новое обновление Понитауна, я хочу его рассмотреть. Я просто заметила, что некоторые пони стали исчезать, и рожицы какие-то странные стали у пони. Ну, значит, вышло обновление, и надо посмотреть его. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас поменялось-то. Начнем с самого создания персонажа. Здесь у нас вроде бы ничего новенького. А руку как-то можно использовать или нет? Хотелось бы, кстати. А, гриф у нас новых хвостов и тому подобное. У нас не добавилось, это да. Ну да. Но вот тут с лицами очень много всего появилось, ты ё-моё. То есть мы можем сами вот заправлять. Вот такая вот эта серьезная. И, конечно, я очень подходит. Здесь очень много ртов стало и тому подобное. Ну это шикарно. Боже, это лицо шикарно. Это вообще топ. О, да! Я ждала эту рожу. И вот эту. И вот эту. Ой, здесь так мило. Ну, это похоже немножко на Флуттершай. Частично. Это какая-то злая рожа. Это... Ой, это какая-то китайская рожа. Это тоже китайская... О, да, я ждала эту рожу. Я ее хотела. Ну, давайте... Вот такой. Давайте будем делать из терпы. Новые появились. Вот это. К примеру. Ну, прикольно. Боже, мне как-то уже стрёмно. Яр, ты шикарный. Почему-то очень много ртов с аниме. Таких анимешных. Я вас веду, да ё-моё. Это еще вообще, кстати, вот это прикольно. Что это? А, это тупо зубы. А, боже. Это шикарно. Ну, давайте... Ой, вот это вот такое. Нет, погодите, мой язычок. Прикольно, мне очень нравится. Что здесь у нас еще мы добавили? Ладно, у нас ничего не добавили, хорошо, похоже. Походим, походим. Ну, да. Ой, уже ночь, в смысле, был же день, да ё-моё, ну что, давайте. Кстати, когда пони выходит из игры, она так красиво исчезает. Очень красиво. Как какая-то... Капелька, что ли. Не знаю, как это нормально назвать. Ну да. Кстати, спасибо, что оставили плюшки. Ну да. Теперь все такими новыми рожицами ходят. Это прикольно. Мне нравится. Ой, у нас тут дерево посадили. У нас тут три новых дерева. Ух ты. Красиво, конечно. Три новых дерева. О боже, принцесса Малисти. Видите, они, короче, выходят из игры и, в общем, красиво. Красиво такие. Драконица. Что? Я не знаю, как это нормально прочитать. Ангелы, да. А еще вот новое дерево, по крайней мере, это. Насчет этих я не помню. Вот это новенькое. Вот это новенькое дерево, вот это новое дерево. И вот это дерево новое. И там еще сверху. Да, вот это новое дерево. Шикарно. Вот это новое дерево. Я так буду, наверное, за каждым деревом ходить и говорить, вот это новое дерево, вот это новое дерево. О, тут, конечно, целый лес. Вот, конечно, прикольно. Ой, какая милаха. Мне нравится. О, да. Ну, обновление, конечно, шикарное. Тоже небольшое, но шикарное. Мне оно нравится. Я из-за этого решила его обозревать, потому что здесь, ну, понимаете, новые эмоции. Ну, у пони новые эмоции, думаю, у нас там. Ну, прикольно. Такая няха-няваха. Я, кстати, у меня есть список, точнее, видел список того, что планирует добавить Понитаун. Некоторые вещи добавили, некоторые собираются еще добавлять. Пони, кстати, смогут сидеть, летать, по-моему. По крайней мере, сидеть они смогут. Что это за росточек какой? Прекрасный росточек. Это росточек. Это самый шикарный росточек, господи. У нас пони прозрачный бегает. Вот это шикарный росточек, мне нравится. О, да. Феликс. О, да. Но обновление очень прикольное. Такое. Видно, что Понитаун меняется. И, ну, мне лично хотелось бы, чтобы каждый пони смог строить город. Повторить, чтобы такое обновление вышло. А оно, кстати, выйдет. Ой, не город, а свой дом, как бы там задания, всякие квесты будут. Я читала. Да. Это у меня был список на страничке, но он, наверное, очень далеко. Просто у меня много постов по аниме. Ну, как шикарно.
Ой, это Елена. О, да. А теперь красиво исчезаем, обновляя страничку. По сути, мне даже не красиво исчезнуть, но нам это не покажет. Да. Печально, конечно. Юбку, кстати, Баник там тоже был в списке, но список старый, так что... Да. Ребят, кстати, я хочу сказать, что я все же, наверное, буду устраивать этот конкурс, который я там планировала, очень долго планировала, ну и, наверное, напланировала. Да, я его напланировала, я молодец. Поэтому, наверное, я буду устраивать этот конкурс. Ну, это еще не точно. Но это не точно. Ну, я думаю, 18+ сервер и обычный тот вроде бы никак не отличался, нет? Вроде бы никак не отличался, так как здесь очень много анимешных персонажей, ё-моё. Очень много анимешных персонажей, ё-моё. Скул пространства, нет. Ну, прикольно. Ну, мне нравится, как люди экспериментируют с эмоциями, это прикольно. Что это за понька? Нет, это не интересная понька. Вот это типа... А, это фотошайрин был Павла. Нет, только сейчас дошло. Ладно, тоже неплохо. Тоже неплохо. Чарли без краски. Ну да, у него там на волосах нет, ей должна быть краска. Я, кстати, в курсе, что это за Чарли. Да, я молодец. Я молодец. Я очень молодец. Немки. Прикольно. Вчера, как всегда, в общем, там у нас Санёк. В общем, весело. Когда закончится это время, когда все будут просто тупо в Undertale, из Undertale пихать персонажей в Понятауне? Когда это кончится? Серьезно, мне уже самое надоело. О, здрасте. Здрасте и пока. Наверное. Хи-хи. Ой-ой, кстати, да. Ну, прикольный персонаж, ну, ё-моё, как у нас такие шикарные персонажи получаются? Да, некоторые занимают, а некоторые сами придумали. Да на кой, ну, не. О, ну как же без шестерки? Ну, здесь пока что на Твайлайт. Чуть печально. Оставили Твайлайт одну. Да. Обидели Твайлайт. Обидели принцессу дружбы. Всё. Стоп! В смысле она поменяла эмоции? Это не так могу? Нет, я так не могу. О, господи. Как вы эмоции меняете, бабоньки? Объясните. Ребят! Помогите! Как вы меняете эмоции, господи? Как вы меняете эмоции? Извините. Я тоже так хочу. Погоди. Потом. О, да! Я тоже так могу. А, просто текст в эти смайлики, и вообще ваши эмоции меняются на некоторое время. Это шикарно. Это шикарно. Это просто невероятно. А так она делает? Не, она так сделала, о! Шикос. Мне нравится, я обожаю. Все, я обожаю это обновление, все. Мне оно очень нравится. Господи. А если... Это гениально, ребята! Вот это, конечно, гениально. Господи. Так. О боже, это просто гениально. О да, я обожаю это обновление просто. И теперь мы можем выражать эмоции не только в тексте. Спасибо, шикарное обновление просто. Фух. Вот это, конечно, обновление важно, как по мне. А так как ты играешь в игры, выражаешь эмоции с мамой, а писаешь такой параллельный. Как-то неудобно.
Так, что мы еще можем? Не, это не получится. Печально. Не, это, ну не знаю. Ну хорошо, это эмоция, ну не знаю. Печально. А вы, кстати, можете делать так? О, да! Можно, я сейчас на эмоции ходить буду. Мне она нравится. Это гениально. Ну, думаю, на этом можно уже и закончить. Вроде больше ничего не осталось, то, что можно обозревать. Вроде бы все. Вроде бы. Ай, не лагай! Вот это я ненавижу, когда оно лагает. Вот это самое ужасное. Ну, пожалуй, буду кончать видео. А с вами была Лиза Лейта. Подпишитесь на канал, да. Порадуйте вы. Ну и в общем, с вами была Лиза Лейта. Всем позитива. Пока-пока.